Добрый вечер, дорогие любители киберспорта, промокодов и, конечно же, конкурсов. Мы рады вас приветствовать на конкурсе Хори Страйкер. Битва, точнее говоря, Хори Страйкеров, которая сегодня пройдет на тишине. Транслировать все действия будет Миша, Immortal Hero Dov, ну а комментировать будем я, мистер Бутерброд, и мой напарник Чертик Еретик. Чертик, привет! Всем-всем привет, и мы будем, конечно, очень рады поклонникам игры на Хори Страйкере не только на этом конкурсе, но и в обычном режиме, где бы вы ни играли, на какой бы карте ни находились. Привет всем и добро пожаловать. Будем наблюдать за пушкой, как мы уже говорили, Страйкер, ну, корпус Хорнет. Как ребята себя смогут проявить, это, конечно, интересно, потому что в этот раз у нас тишина. Не какие там стадионы глобальные, не форесты, а именно тишина. Ну, кстати говоря, в прошлый раз, когда на тишине проходила эта битва, я помню, стояли ребята и пытались увести флажок минут 5, и после этого просто за минуту притащили 3 флага. Так что посмотрим, как будут тут тащить молодые люди, ну и пожелаем всем удачи. Так, я напомню, что команда, которая станет победителем, получит 5000 кристаллов, но это, конечно, на каждого игрока, то есть в сумме это ого-го. Вот. Ну а если же будет ничья, то 2500 обеим командам. Так, Елена, привет, прекрасно. А Майнбро, здорово. Привет, привет, Володик. Как? Каприца пицца? Ух ты, что-то интересное. Будут ли промокоды? Конечно, будут. Куда без них? Ну как промокоды? Будет розыгрыш, как обычно. Не-не-не, давайте так, в общем, ребята. Так. 100 лайков, и мы чем-нибудь скинем вам в чат. Так что давайте 100 лайков, как всегда, по традиции. По традиции. Ну, ребятки, я думаю, что для вас труда это не составит сделать. Уже 60 человек у нас есть. 60 ставит лайкусик. Все хорошо, все прекрасно. Я думаю, что наберем 100 лайков до конца трансляции. Напомню, что битва Хори Страйкеров идет 20 минут. Время у вас есть, поэтому дерзайте. Да, рестарт уже был дан, и мы будем начинать уже. Кстати, надеюсь, игроки понимают, что у нас, заходя за красную базу, после рестарта ты будешь за синюю играть. Так что, возможно, какие-то позиции там нужно уточнять, когда залетаешь за какую-либо команду. Ну, тут, знаешь, фишка в том, что ребята в большинстве своем, я уверен, играют незнакомы друг с другом. Да, я не знал. Это в любом случае не так важно, потому что когда начинается битва Хори Страйкеров, это такое мясо. Тут ой-ой-ой. Какой счет ты ожидаешь вообще увидеть там, не знаю, 40-0 там, 20-0? Вот что-то вроде того, 10-10. Да. На самом деле, я думаю, вот флажков до 5 дотянут 100%. 5 флажков будет доставлено. Минимум. Вот я прям уверен. Вот. Как скромно пишет наш оператор, будет 4-3. Спокойно так. 3-4 флажка, в смысле. Все, хорошо, понял. Ну, 3-4, ну вот около того, да. Я думаю, что побольше даже. Знаю, ребят, хотя бывает такое, что стоялово начинается, но на тишине вряд ли. Итак, давай все-таки объявим игроков. Раз уж пошла такая пьянка, я начну объявлять игроков. Вот красные команды, они пытались сейчас увозить. А Мустанг XXX 2000, один эвент и много цифрок. Неизвестный New Day Lampard Edz Юрио 1980, Даниил. Да, ой-ой-ой, как же скачет, как же скачет. Просто бы... Нет, надо объявить, ребят, ты что, это традиция. И вот ты комментировал, подожди, перебью еще чуть-чуть, ребят. Комментировал недавно с девочками по одной из каждой. Так, с двумя никак не получается. Ну, да-да-да, это сложно организовать. Они мне утвердили, что... Вроде за мое отсутствие новая традиция появилась, что оператор показывает таб, и нельзя больше объявлять. Ну ладно, не будем больше объявлять. Что?
Не Я не знаю, знаю, меня обманули, ты что хочешь сказать? там придумали девочки. Мы объявляем всегда. Ребятам это приятно. Да. Страна должна знать своих героев. Героев Поэтому, прям. да. Какая страна? Страна танка Страна онлайн? танка онлайне, да. А, у нас, кстати, один еще остался. Это сейчас поймаю его в табе. Как мелькает таб. А, Elder Cross. В общем, так как-то. Теперь твоя очередь. В общем, объявляй, ребята из синей команды. Тут, кстати говоря, все знакомые лица. Но вот это неинтересно. Физика, армянский хулиган. Матвей, Матвей 2008Q. Ачивмент, Гошик, питерская крошка. Крошка, картошка, да. Blame myself, skill from Armenia. В общем, клановики там собрались, они, и счет пока что 0-0. Кстати, вот Даня пытается уходить на узкий, и есть хороший заход, надо встречать. Ребята, поспешите. Надо уходить. Хорош, хорошо, прикрываем. Едет он, кстати, как-то лагая, но я думаю, давайте, Ну, парни, парни, вперед, подхват, тащите, подхват! тащите. Доставка, да, Давай. 1-0, слушай, а очень быстро, на самом деле, даже 3 минут еще не прошло. Очень Ох, даже грубят, неплохо. как в чате, нехорошо, ребят, ну что же вы, это рандом. Всех собрание. Считайте, что это матчмейкинг у вас, такой Ну мини-матчмейкинг да, 10 на только на 10. хоре-страйке. А, так, Андрей, топ, скажи мне, а что неадекватного ты увидел? Я как-то не совсем пока понимаю, о чем ты. А, так, да, друзья, напомню, Адекватнее говорите. по чертику нашему, спасибо ему, будет 100 лайкосиков, будет промокод. Так что давайте-ка соберемся. 80 человек уже есть, это значит, что до 100, до 100 промокод, до 100 лайков. Тут буквально рукой дотянуться можно. Так. Путер сказал, что если 100 лайков будет, то в чате будет промо. Ну, не хочу всю славу себе забирать. Это все молитвами Старые чертика. ребята тащат. Кстати, флаг надо подсуппортить. Чуть-чуть совсем ХП. Нет, синие могут вернуть. Успевает, успевает. Неизвестный. Какая заруба. Отвозит они Слушай. все-таки. Будет доставочка, чувствую я. Подожди, Только подожди. надо сосредоточиться, главное. ДДшка. Да-да-да, питерская Альдаркор, ну кошечка. прикрой ты ДДшка своей. Подожди, питерская кошечка, это же топ 16, это и есть доставка, все-таки не смогли ребята, несмотря на то, что, опять же, здесь есть Skill from Armenia, который постоянно с Гошиком участвует в конкурсах, питерская крошка, топ-16, между прочим, и наш в прошлом оператор Achievement. Что такое? Ребята, почему вы позволяете себе так играть? Нехорошо, очень Да, нехорошо, надо собраться. армяне что-то сегодня у нас вот из клана этого ТГЦ как-то неактивно себя проявляют, хотя вот армянский хулиган будет брать, и база здесь как бы получше синяя считается, но в итоге они пока что проигрывают. Лампард тащит еще один флажок, есть возврат. И, кстати, нам вот сообщают, что проигравшей команде первые 5 мест получат какие-то кристальные призы. Я не совсем уверен, что они будут намного большие, ну, какие-нибудь Ну, тут, поощрительные, я думаю, да, получат. именно поощрительно. А, понятное дело, да. О, Индиго, здорово. Видишь, Индиго. Не собирался я приходить, да, не собирался. Ну, что делать? Пришлось. Так, а ключ какой? А немножко попозже, подожди, что ж ты? И рыбку съесть? Нет, тут так легко не получится. А, да, 2-0 на самом деле уже, и это заставляет задуматься. Как-то очень странно. Смотри, сначала Алексей, Так. по-моему, Алексей Ой-ой-ой-ой, сказал. Мустанг, посмотри, Мустанг уходит. Ну, слушай, а Он хорошо уходит, он уходит. хорошо уходит, это Возврат! будет Это третий будет флаг. доставка. Ух, парни-то. Посмотри, уже 3-0. Довольно-таки молодцы. И И голд еще голдик. кидают. Вот на центр как Хорошо, раз, куда флаг хорошо. уходит. Вот сейчас синие должны активизироваться, да? И пройти на базу красных, забрать флажок. Ну, это же. Не буду говорить, какие ребята в танках больше всего любят голды, но тут, я думаю, все очевидники видят. Ну да. А, кстати говоря, сейчас залп может произойти. Ну, я так хочу... О-хо-хо-хо! Забрал. А, Евген, Голдик, и ты знаешь, поборолся. А, я вот чего думаю.
Черт, как тебе кажется, возможно, все-таки эта паза играет такую злую шутку с синими игроками, соответственно. Есть ли тут действительно дисбаланс на Хури Страйкеры? Дисбаланс, я не знаю, есть ли или нет, но я же говорю, синяя база, по идее, сильнее, но в итоге они сейчас проигрывают, Ну и вот. поэтому такие причины. Пытаются увозить они в туннель, но там-то встречают красные парни, тащат у Красные нас парни. Гошек на центр, но здесь не очень удобно, надо поддержка, это очень сложно сделать, да. Есть возврат, и Мустанг уходит на узкий, не совсем уходил, но пытался. Ну тут, знаешь, действительно гораздо проще ребятам из красной команды. Они заходят периодически, прыгают вниз, и там уже их встречают. А вот синие как-то размениваются по мелочи. Надо им заходить кучнее, все будет хорошо. На самом деле можно было увозить, но почему-то постоянно ребята пытаются уйти вот в этот туннельчик. Зачем? Мустанг! Снова спрыгнул этот парень. Тут, правда, уже не выйдет. Возвращает Гошек, ну и все. А ДДшечка. Никуда не уходит ДДшечка. Все хорошо. Так, Еще одна говорят, ДД. что нам что немножко стрим нас лагает. Сейчас Да? проверим мы, конечно, эту теорию. Теорию. Да, ну пока ты проверяешь, что такое альтернативное средство связи, Алексей. Честно тебе скажу, не разбирался, но насколько я понимаю, если ты говоришь про сайт, то это, например, твой ВК или ну вот что-то в этом роде. Чтобы с тобой можно было всегда связаться. Это, конечно, не обязательно, но желательно. Так, еще 42 лайка. Ура! Миша, живи. У нас, кстати говоря, будет возврат. Ну-ка, Skill from Armenia. Да, возвращает практически с точки. Кстати говоря, прям хорош. Прям божит. Но, тем не менее, это всего лишь возврат. Далеко не доставка. И более того, красные продолжают уход. Тут Нарек. Да, возвращают парни. Молодцы. Но этого мало. Опять же, надо заходить в атаку. Так. Что? 90 лайков промокод? Нет, 100 лайков и промокод. 100. Круглая такая циферка. На мой взгляд, очень-очень правильно придумано. 100 лайков. Друзья, уже 57 есть. Совсем немножко осталось. И можно, в принципе, ждать промокод. Да, а неизвестный тем временем пытается в очередной раз уходить и прыгает. Все равно прыгает, несмотря на то, что ХП у него, мягко говоря, чуть-чуть доставляет. Боже мой, Да, неизвестный и на еще лоу один флаг ХП. парни уводит на быстром конвейере, на нитрушечке, и это ускорит намного, намного ускорит. Ах, Бум! как он лупит-то со страйкера, есть Красота. 5-0, парни красавчики. 5-0. А я говорил, минимум будет 5-0. Ну вот. Минимум, да? Ну за какую сторону ты не утверждал. Кстати, ты вот наблюдал раньше, я так понимаю, тут битвы на Да, да. хури-страйкерах, и какая база всегда вот красная выигрывает, либо есть все-таки у На синих шанс? самом деле, в последний раз, когда вот я смотрел, там примерно такая же ситуация была. Тоже красная база, тоже доминация, и там уже ребята. Ну, на самом деле, там был перевес очевидный даже по никам, по званиям. Здесь я, честно говоря, ожидал какого-то сопротивления. Ну ладно, у нас есть голд. А у ребят из синей команды есть еще до 10 минут есть. В принципе, этого более чем достаточно. Ну, знаешь, я так полагаю, что здесь все-таки парням из какой-то команды нужно выставлять деф, быстро собраться перед боем, у них пару минут есть. Единственное, если они не организовывают, не умеют слушать друг друга, тогда сумбур вот будет и ничего не получится. Вот посмотрим на синюю базу, здесь двое к минимум стоит всегда в дефе, кто-то остается, а остальные тащат. Вот, поэтому, возможно, в этом их залог успеха. Есть у нас подхват флажка от неизвестного, и вот он тащит уже. Да, тащит, Да, ну, 6-0. тут уже начинается какой-то разгромный бой. Ну, слушай, прям слишком уж серьезно ребята подходят, ну и надо также собраться ребятам из синей команды.
то что-то прямо расслабились. А можно ли привязать номер телефона, ты имеешь? Ну, честно говоря, не знаю о таком, думаю, что нет. Кто поставил дизлайк, спрашивают в чате. Кто это человек? Кто два Как дизлайка поставил? посмели? Главное, за Быстро что? поверните За пальцы вверх. что? Да, друзья, нехорошо. А так, у нас, кстати говоря, пытаются вроде как даже сопротивляться, огрызаться ребята из синей команды, но как-то не очень успешно. Тут, конечно, надо сказать, что респы на красной базе, они, ну, действительно дают о себе знать. Вот так много респов и с левой, и с правой стороны, что стоит спрыгнуть человеку с флажком, его тут же встретят. Ну и, соответственно, помогут в дефе. Вот сейчас будет, я думаю, Пытается, яркий тому да. пример. Нет, не успевает. Вот есть Даня. Нормально. Даня успевает. И смотри, Хорошо. сразу На 4 игрока. два страйкера, назовем это так, он еще. Три. Три, Даже два. три. Два, два, два. Три. Ну не Вот. надо. Два, два. Три, Я ну только что считал. выдержал. Два выдержал, еще один остался. А, ну там сплэш был, все. Ладно, чё ты. Будем считать так. А интересно, что ребята как-то не особо обращают внимание на дроп. В принципе, можно их понять, потому что здесь так много ракет летит всюду. Везде и всюду, что это сложно ачивмент. Давай, ну покажи класс, ачивмент. Парни просто не видят, Ай-яй-яй. по-моему, сам себя там слил он, нет? Нет, есть подхват от Нет. Бошика, давай! Морган будет сливать, Морган Ушел? слил. Ну нет. Нет, ну Не почему-то успею. Морган там респанулся, ну так он близок был. Да. Ачивмент у нас случайно не помощник? Ну это вот в прошлом. Это же раньше у нас был оператором. Владислав. Ачивмент пытался, во всяком случае. Это уже хорошо. Вот сразу бы так играли, ребята, возможно, что-то бы и изменилось. Так. Уходит Алексей, ачивмент, опять судья, уходит у нас добрый на вечер. узкий. Это неплохо, потому что есть здесь Даня. И ачивмент близок, близок. Мы его болеем, болеем за него. Но есть Эдз. Эдзу, пожалуйста, ну помогите, вы ребятушки. Там еще есть Лампард. Нет, ну не возврат. Давайте, парни, я вас верю. И флаг, кстати, подберут. Нет! Вы чего? Какие размены? Нет, какие Ты размены? какие Ничего. размены? Да Какие ладно тебе, размены? Вы чего размены-то. На прикалываетесь? самом деле, первый размен, это удивительно. Размен на битве хоре страйкеров, Там еще и серьезно? сводит это, знаете, сводит тут. Ну да, это уже совсем Это странно. прогресс, прогресс, да. Ну, смотри, вот что сейчас произойдет? На кого ты ставишь? Кто вернет? Лампард выдвинулся на флаг, и сейчас тут проблема, но я думаю, да, смысл сводится. Ага, да. Нормально. Сложно Очень-очень вблизи странно. вернуть, да, со страйкером-то. Ну, кстати говоря, да. На самом деле, у красных здесь даже получше, потому что, опять же, нету стеночек рядом. Вот это прям спасает. Ну и что? Ой-ой-ой. А, кстати, заходили неплохо, могли даже возвращать, но неизвестный выжил. Так, ну, тем временем у нас, возможно, возврат Ой-ой-ой. сейчас будет. Нет, возврата не было. Возможно. Ну, подожди. Ай-яй-яй. Нет, А, не у вышло. нас, сейчас Залетайте, вот, смотри. да, Мустанг может вернуть, если не накинутся парни и не помогут вблизи хотя бы Ну-ну-ну-ну, это пострелять. возврат. Ну, нет, Нет, ну нет камон, возврата, хорошо. ребята. Так, ну Ну камон. тем временем, кстати, любителям промокодов мы расскажем код. Код. Думаешь, уже пора? Ну А, да, да. конечно, пора. Да, действительно. 75. 45, 75, 45. Надеюсь, запомнили. Вперед, дерзайте. Да. А Вова, здорово. О, хейтерша в чате. Это хорошо, это хорошо. Но за дизлайк тебе, конечно, надо покарать. Так, PlayG, да, привет. Лайкосики, конечно, лайкосики, потому что Викуси пока нет, но придет, будут лайки. Она, кстати говоря, придет, она будет комментировать следующий бой. В 19:00 у нас стартует еще один ивент. А ты не помнишь какой? По-моему, победи админа. Да, именно такой ивент у нас будет стартовать, потому что вчера был Спаси Голд. Доставили, кстати, кто пропустил флаг синяя команда все-таки доставила. Размен завершился в пользу синих, поэтому это хорошо. Не сухая у нас все-таки достойная приза.
Да, это уже... Ну, хотя бы так. Так, play games, как регаться. Заходишь на наш сайт, ссылочка в описании. Заходишь туда просто так же, как в свой аккаунт. И, собственно, все. Заходишь, участвуешь, ну, вводишь код, который мы тебе уже сказали, напомню. Код к розыгрышу 7545. Ключик. Вводишь и становишься участником. Так. Да, и также не забывайте, что чтобы участвовать в розыгрыше, вас не пустят. Перед тем, если вы не привязали свой YouTube-канал туда к профилю, и лишь тогда, кстати, приватность YouTube-канала должна быть открыта, так что посмотрите это внимательно, настройки. Да, к сожалению, очень многие слетают у нас по этому пункту, а ачивмент в очередной раз пытался уходить, но снова безуспешно. Слушай, ну 8-1, ребята из красной команды продолжают атаковать, и, судя по всему, здесь можно уже накрыть полотном темного цвета этих ребят, я имею в виду, из синей команды, но они уже хотя бы заслужили поощрительный приз. Да, ребят, напомню, что 100 лайков равно промокод. Промокод в чат. Так, когда промо, я вам напомню, что мы будем разыгрывать через сайт. Поэтому, если кто-то не зарегистрировался, скорее бегите туда, скорее регистрируйтесь, вам это пригодится. Наблюдатели какой-то заторможенные. Поздравляет с первым флагом, когда после первого флага уже увезли у них. Ну да ладно, опустим этот нюанс. Хоть и продублировали мы его на стриме. Остается 2 минуты, и я думаю, что здесь уже победа, конечно, за красными все-таки. Со мной многие согласятся, да, мастер очевидность. Нет, ну я не уверен, на самом деле. Тут вопрос такой. Все может, на самом деле, случиться, кто знает. Я бы так не предполагал. Я вот так вот предполагал, поставил на пингвинов, а они слились в бою за второе место просто вот не ни надо о чем. Слились, они достойно боролись. Там сложная борьба была. Да, да, но ну, слились. Ну, не все умеют играть на карте Гардер. Почему? Вот ты бы выиграл, не все умеют. Нет, Гардер это уже последняя капля. Нет. Черти, Гардер это была последняя капля. Там далеко не только в Гардере дело. Нет. Они боролись, красавчики. Я люблю. Понятно, что боролись. Но слились. Нет. А почему? Сам ты слился. Они проиграли, достойно проиграли. Все. Ну, это и есть. Прекращай. Проиграли равно слились. Нет. Слились, это когда тебе в чате пишут ран-ран. А проиграли, это проиграли. Все. Нет, в нашем Нет. киберспорте проиграть чемпионом это все равно, что слиться. Все-таки сливаются у нас ребята повсеместно, но... Этернити. Чемпионы. Часто ты сливаешься? Поэтому постоянно. Чертик, Бутер, честно ну скажу, ты сливной постоянно. Вообще. Ты сливной. Да, честно, да. Сливной. Как и все мы. Нет, я не сливной. Чертик. Кстати, могут довести Рассказывай. Мир. Парни, быстрее. Ринго, выпусти страйкер. Красавчик, Ай-яй-яй. Давай, второй флажок. Yes, 9-2. Видишь, даже здесь Погнали ребята вперед. Слились. Но, кстати говоря, не так уж и позорно. Действительно, 2 флажка. Поощрительный приз, пожалуйста. Ну и все, на этом заканчивается 9-2. Спасибо всем, что смотрели это. Будем мы потихонечку переключаться на розыгрыш. Бу-бу!